едем домой, блин, уже сколько там, 9 часов вымуздахались. Вместо 100 километров было 300 в один конец. Ну и, короче, решили по дороге сразу с Джастином и обмыть это дело, нашу покупку. Давай, Джастин. Опа! Короче, пока до дома доедем, уже будем в дрова обоим. Ну а куда деваться? Темно же, никто не видит. Так вот, встречка едет. Я не пью. Опа, опять. Замечательно заходит, а? Да. Просто, ребята. Так что завтра будем новую машину обзорчик делать. Так, едем мы, короче, домой обратно. Забрали, короче, нашего Маверика Форда. Ну так, честно говоря, задрочены. За эти бабки 200 евросов. Я думаю, что он этого стоит. Вот такой он облезший весь. Вот такие у него дыры тут есть. Цвет у него вообще такой. Для Барби или для кого это? Розовый, короче. Поросеночек розовый, точно. Мы ему кличку дадим поросенок. Вот даже номера у него есть. Вот решили остановиться немного, подзаправиться. По дороге. Чего уже сейчас? 10 часов ночи, да? 10, да, Генал. Едем, короче, домой. Одного забрали. Смотри, он спереди посаженный вообще, короче. Мама родная. Видимо, у него эти как раз просели просто-напросто. Коробка у него, короче, в багажнике лежит. Порванная. Он вообще красавчик такой, ободранный. Зато крылья какие, а? Вообще не ржавые. Так не бывает, а? Тащили домой мы его. Вот, короче, подсоединили батарею. Попробуем, что у нас после 12 ночи. Попробуем, что вообще. Шевелится, нет? Ну-ка, что там? А? Попробуй. Что он там сделал, вообще не пойму. Но стартер крутит. Стартер крутится. Короче, доброе утро всем. Вот притащили мы вчера его. Не понял, что тут волки бегают. Вчера притащили его, да, короче. Ну, в таком плохом состоянии мы еще ни раз не покупали машину. Ну, в принципе, она и была для куплена для запчастей. Раздербанить ее. Короче, тут ребята, коробку уже сняли, коробка была сломанная. Эти придурки, короче, фермеры, они варили, короче, вал. Первичный или вторичный, кайна, не разбирается там. Короче, коробку варили вал, это же, ну, вообще придуркам надо быть, а. Тут подшипники, они овальные. Подшипники овальные. Вообще прикольно. И они ее, короче, приваривали. Вообще выше. И таким дураком надо быть. Ну, не в этом дело, короче, мы ее, да, ржавая в конец. Мотор вроде как работает, обещали. И уже процесс пошел, короче, на запчастя пускаем. Кто-то у нас там уже запчастя снимает. Всем привет. Всем привет. Да, в прошлый раз на видео, как нас сама закусила тормоза на Маверик на черном. Оказывается, тормозной этот был. Купили дифтунги, здесь всякие прокладки поменяли. Оказывается, вся трубка там разбитая. Приходится, короче, снимать уже первые запчасти. Вот так вот. Короче, принято решение коробку рассоединить. Вот этот чулок только прикрутить к мотору, так как нам надо испытать, работает ли мотор вообще или нет, да? А мотор у нас неизвестно, работает или нет. Обещали, что работает, но мы им не верим. А он не заводится никак. Нужен стартер. Как-то тут присобачить. Короче, разделяем. Здесь надо вообще кувалды в мочи ему и все. И конец. Короче, разобрали его. Не, ее. Да, коробку. С помощью кувалды. И обнаружили там
Зубья валяются. Что там такое не валяется внутри? Интересно. Кстати, это... А сами эти нужны будут нам? В принципе. Или мы никогда уже коробки ремонтировать не будем, наверное. Не, коробки мы не будем ремонтировать. Ну их нафиг. Оно... Да тут, короче, пока мы тут разбирали машину, человек купил нулевую этот муфту, да, с корзиной, все вместе. Примерно цена ее в eBay от сотни до 300 ойров. Да, за машину мы заплатили всего 200 ойров. Так, короче, загнали мы этого Маверика на разборочку. И оказалось у нас наш монстрик без колес. У него примерно такая же вышина, не примерно, а 100% такая же, может даже выше, чем этот, короче, на колесах. И хрен его знает, что они ему сделали. Ну, вроде, ну, они эти торсионы не сломанные. Почему он так просел, хрен его. Даже когда рулюешь, там что-то задеет, хрен его знает. И этот торчок хотел его сделать, к техосмотру приготовить. Фанатик просто-напросто. Вот так вот, да. Ну, все. Я все сделал. Теперь посмотрим, заводится или нет. Классно, классно! Правда, работает! Ну чё? Смотрите!